Привет! Меня зовут Ольга, и вы на канале о вязании. И сегодняшнее видео будет посвящено вот таким вот маленьким осьминожкам. И, как вы поняли, они вот такие вот трансформеры. Повара их можно повернуть, и они выражают другую эмоцию. Такая игрушка сейчас достаточно популярна на ТикТоке, и вязала я их по просьбе своих девочек. Надеюсь, что это видео вам будет полезно, понравится, и вы со мной вместе свяжете такие забавные игрушки. Сейчас расскажу коротко про материалы, которые нам с вами понадобятся, а также скажу еще, что этот мастер-класс будет в бесплатном доступе. Также для этой игрушечки будет мастер-класс в формате PDF. Если вы не хотите или вам неудобно смотреть видео, то можно приобрести его на моем сайте. Ссылочку в описании к этому видео я обязательно оставлю. Вяжется она достаточно просто, здесь очень подробно показываю все. Игрушка без сшивания, то есть мы полностью вяжем ее целиком, ничего здесь не пришивается. Здесь только вышиваются ротик и бровки. Больше иголка вам здесь не понадобится. Ну еще отверстие нужно будет стянуть. Все. Достаточно простая игрушка, можно связать ее буквально за пару часов. И вот такая веселая она получается. И теперь коротко про материалы и инструменты, которыми я пользовалась и которые нам будут нужны для вязания этой игрушки. Итак, я использовала пряжу Гималая Dolphin Baby. Это одна и та же пряжа. Значит, здесь, это, если я не ошибаюсь, цвет голубой. Номер цвета 80-335. И розовая этикеточка. Я могу их перепутать, но суть... 80-324, по-моему, вот это розовая, а это голубая. Я их сняла, и они у меня уже перепутались. Для вязания вот этих двух игрушек у меня ушло чуть-чуть больше, чем один моток одного цвета. То есть, если вы будете вязать одну игрушку, чуть больше половины моточка вам понадобится. Вторая игрушка, я связала полностью моток практически до конца. Все убавления я делала уже из другого моточка. Это вот вторые мотки, и видите, они практически целые. То есть тут совсем чуть-чуть у меня ушло. Но опять-таки это тоже зависит от мотка, от серии, от партии пряжи и так далее. Ну и, соответственно, от вашей плотности вязания. Я вязала крючком 4,5 мм. У меня крючок Clover. Также нам понадобятся ниточки хлопковые для стягивания отверстия. Можно стянуть и плюшевой пряжей, но мне больше нравится стягивать хлопковыми ниточками. И я подобрала в тон цвета пряжи. У меня такие цвета были, дополнительно я не покупала. Если цветов таких под рукой нет, то можно использовать и белую пряжу, здесь она будет незаметна. Глазки, два глазика на безопасном креплении, диаметр 12 мм, можно использовать и 14 мм, они тоже будут очень хорошо смотреться. 14 у меня нет, поэтому использовала 12. Ножницы, контрастная ниточка и иголочка и черная нить для вышивания мордочки. Немного наполнителя. Ну что ж, по поводу материалов и инструментов я вам все рассказала и переходим к вязанию. Начинаем вязать с пряжи розового цвета. Берем крючок, делаем начальную петельку. Можно делать магическое кольцо, но у меня, как правило, на этой пряже плохо затягивается, поэтому начальная петля. Подтягиваем узелочек и подтягиваем петельку, чтобы она сильно вытянутой не была. Делаем 2 воздушные петли, первая и вторая. И теперь во вторую петлю от крючка, которая возле узелка, вводим крючок и вяжем столбик без накида. Первый, затем второй и третий. Третий столбик довязываем не до конца. Довязали? Теперь берем пряжу, в моем случае, голубого цвета. И довязываем столбик до конца уже голубой ниточкой. Снова вводим крючок в узелочек и вяжем 3 столбика голубым цветом. Первый, второй и третий. Третий столбик вяжем не до конца. Заканчиваем вязание розовым цветом.
Теперь делаем прибавление. В первую петельку вяжем 2 столбика без накида. Первый. Обратите внимание, как я захватываю здесь петельки, ниточку и провязываю столбик. Следующий, второй. Захватываем сверху и теперь снизу. Второе прибавление. Так получается более ровный переход, то есть нет перекоса в игрушке. Итак, снова столбик, это третье прибавление. И здесь мы до конца не довязываем и заканчиваем вязание голубым цветом. И голубым цветом тоже делаем три прибавления. Первое. Второе. И третье. Петельку довязываем не до конца, переходим на розовый. Здесь я никаких протяжек не делаю, вот сзади просто прикладываю ниточку, сильно не стягиваем, она там будет свободно располагаться, никуда она не денется. Теперь вяжем столбик без накида прибавления, повторяем 3 раза розовым и 3 раза голубым. Столбик без накида прибавление. Столбик без накида прибавление и последний раз столбик без накида и прибавление. Снова до конца не довязываем, меняем цвет пряжи. Столбик без накида прибавление, столбик без накида, второе и последний раз столбик без накида и третье прибавление, тоже последний до конца не довязываем, меняем цвет пряжи на розовый и дальше вяжем без прибавлений по 9 столбиков каждым цветом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. До конца его не довязываем. Меняем цвет пряжи на голубой и тоже вяжем 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. До конца не довязываем, меняем. Итак, мы сейчас с вами связали первый, второй, третий, четвертый ряд. Еще один рядочек вяжем без прибавлений. По 9 столбиков каждым цветом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Девятый. Не до конца. Меняем. Снова первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый не до конца. И теперь вяжем убавление. Все то же самое, только со смены цвета пряжи в середине ряда. Столбик без накида. Убавление. Столбик без накида. Второе. Столбик без накида и третий.
не до конца. Меняем цвет пряжи на голубой. И здесь тоже делаем 3 убавления. Столбик без накида. Первое убавление. Столбик без накида. Второе. Столбик без накида. И третье. До конца не довязываем. Меняем цвет пряжи на розовый. И вяжем соединительный столбик розовым цветом. И для у меня это 8-я ножка, последняя. Я здесь не обрезаю ниточку. Мы этой нитью начнем вязать тело нашей 8-ножки. А для всех остальных деталек мы с вами ниточки все обрезаем. И вот так это выглядит внутри. Наполнитель мы сюда не добавляем. Вот такие у нас 8 ножек мы делаем. Итак, на последние ножки мы просто поменяли цвет пряжи и ниточку здесь не закрепляем. И продолжаем вязать и соединять все вот эти вот детальки в одно тело. Итак, здесь в этом ряду все очень просто. Розовой пряжей мы провязываем 6 петелек. Вот все петельки, которые розовые, мы так и провязываем. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Присоединяем следующую детальку и тоже по розовой стороне вяжем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Следующая деталька тоже. Провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Следующая деталь. Шестой. Теперь вот у нас такая получилась с вами бусинка, да? И нам нужно аккуратно соединить. Здесь будьте внимательны, смотрите, чтобы не перекрутились вот эти вот все ваши лапки. И просто вводим крючок в первый розовый столбик и вяжем столбик без накида. Первый, второй. Всего у нас их с вами получилось в ряду 48. 6 петель на 8 лапок, 48 петелек. И таким образом мы с вами провязываем все 48 петелек. Ну вот, я провязала рядочек до конца. У нас в ряду 48 петелек. Теперь мы прокладываем контрастную нить. И продолжаем вязать 48 петелек в ряду. И всего у нас должно с вами получиться 11 рядов. Первый ряд мы с вами связали, еще 10 рядочков вяжите самостоятельно и потом начнем делать убавление. Свяжите эти рядочки и возвращайтесь ко мне. Вот я связала все 11 рядочков и теперь мы с вами начинаем делать убавление. У нас в ряду 48 петелек и здесь мы с вами вяжем. 6 столбиков без накида, убавление. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Убавление. Так повторяем 6 раз. Следующий ряд 13. Вяжем 5 столбиков без накида, убавление. И так повторяем 6 раз. Первый, второй,
третий, четвертый, пятый убавление. На этом этапе очень удобно вставить глазки. Конечно, это можно будет сделать и потом, но я предпочитаю сейчас. Итак, я вставила глазки между седьмым и восьмым рядом. Лучше здесь считать от начала вязания. Вот смотрите, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Вот мы сейчас связали 13 рядов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И вот между седьмым и восьмым рядом я вставила глазки. Вот так это выглядит. И расстояние между глазами 8 столбиков без накида. И сейчас я сюда фиксирую заглушки. И нам с вами остается полностью сделать убавление по верхней части наши с вами осьминожки. Мы с вами связали 5 столбиков без накида убавления. Теперь вяжем 4 столбика без накида убавления. Первый, второй, третий, четвертый убавление. И так продолжайте до конца ряда. Всего у нас 6 убавлений. Следующий рядочек вяжем 15, здесь вяжем 3 столбика без накида убавления. Первый столбик, второй, третий убавление. И до конца ряда продолжаем точно так же. Следующий ряд 16, вяжем 2 столбика без накида убавления. Первый, второй, убавление. И так продолжаем до конца ряда всего 6 раз. И последний рядочек с убавлениями. Здесь вяжем столбик без накида, убавление и повторяем так 6 раз. Ниточку закрепляем и обрезаем. Если вы стягиваете отверстие, то хвостик оставляйте подлиннее. Я буду стягивать отверстие хлопковой ниточкой, и я сильно большой хвостик не оставляю. И вот такое отверстие получилось, и мы с вами его потом стянем. И теперь переходим к вязанию голубой части. Нам нужно будет с вами соединить все вот эти вот детальки так, чтобы у нас здесь не было вот этих дырочек. Сейчас я покажу, как это сделать. Находим мы с вами ниточку, вот эту вот голубую, вкалываем в последний голубой столбик и вытягиваем рабочую нить. Теперь вкалываем крючок в эту же петлю и захватываем розовую петельку для того, чтобы у нас с вами не было дырочки. Выводим через 2 петли и, как обычное убавление, провязываем. Теперь захватываем розовую часть, ближайшую петельку, которая находится к голубой, и переднюю стеночку голубой, и провязываем. На количество петель это не влияет, но видите, у нас здесь с вами нет дырочки. Дальше провязываем 4 столбика без накида голубых. Первый, второй,
третий, четвертый. И вот эту голубую петельку, последнюю, мы связываем вместе с петлей розовой части. Столбик и следующее розовую с голубой. Тоже как убавление. Опять, видите, дырочки нет практически. 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Снова делаем такое убавление. И вот здесь мы провязываем пятый столбик, и мы дошли до начала ряда. И вот так у нас с вами получилось. Видите, и здесь между щупальцами практически нет никакой дырочки, и уже нужно, не нужно нам будет в конце все это дело прятать. Итак, теперь мы с вами продолжаем вязать. 11 рядочков вяжем без изменений по 48 столбиков без накида. Я это сделаю за кадром. Затем мы с вами вяжем верхнюю часть, точно такую же, как вязали у розовой. И вернусь к вам уже на этапе стягивания отверстия. Итак, я связала практически до конца мою игрушку. Я уже сделала несколько рядов с убавлениями. И смотрите, я вставила глазки. И на этом моменте я хочу немножечко остановиться. Смотрите, глазки мы с вами вставляем так, чтобы они были строго друг напротив друга. То есть розовые глазки вот рядом, да, получается. То есть когда мы с вами игрушечку будем выворачивать, чтобы одни глазки как бы заменялись другими. Вот так. Поэтому здесь смотрите внимательно. Расположение такое же между 7 и 8 рядом, между глазами расстояние 8 столбиков. И на этом этапе я добавляю немного наполнителя в серединку, туда внутрь. Сильно мы его никуда не приминаем, просто он нам нужен для объема. Очень много не добавляйте, просто можно попробовать вывернуть игрушку, да, и чтобы наполнитель внутри был расправлен. То есть, чтобы вот эта вот верхняя шапочка, она была достаточно такой правильной формы. Если вдруг выяснится, что наполнителя недостаточно, через вот это отверстие пока еще можно будет его добавить. Ну, уже после того, как стянем, уже ничего не добавить. Итак, моя игрушка полностью довязана. Значит, она у нас двухсторонняя, и сейчас мы с вами будем стягивать отверстие. Я буду стягивать отверстие хлопковой ниточкой в тон цвета пряжи. Если в тон цвета нет, в принципе, для этой пряжи можно использовать и белую ниточку, она в дальнейшем видна не будет. Смотрите, как мы ее закрепляем. Мы вводим иголочку. Узелок я предварительно на конце здесь не завязывала. У меня ниточка в несколько сложений. Петлю я буду делать с этой нитки, чтобы не было дополнительных узлов. Но если у вас свободный кончик, то можно завязать узелочек. Итак, вытягиваем ниточку не до конца и продеваем в петлю иголочку.
Все, ниточка у нас зафиксировалась. Соседний столбик за заднюю стеночку выводим иглу. Вывели. Теперь захватываем передние стенки последнего ряда петелек. Здесь у нас их 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я захватываю вот эту петельку. 9, дальше 10, 11 и вот она последняя, 12. И теперь аккуратно тянем эту ниточку. Если вы делаете, привыкли делать плюшевые пряжи, также и делайте. Я не доверяю плюшевой пряже. У меня иногда были случаи, что игрушечка распадалась вот здесь, поэтому я делаю хлопковой ниточкой. Так прочнее получается. И через передние петельки еще несколько раз продеваем иголочку. Закрепляем ниточку, вводим так, чтобы ее было незаметно, и затягиваем узелочек. И прячем эту нить внутрь игрушки. Лишние хвостики обрезаем и игрушечку растягиваем. Теперь переходим к стягиванию розовой части и наполнитель. Верхнюю часть нашей с вами голубой игрушки мы аккуратно проталкиваем вместе с розовой. Если наполнителя много и розовая часть полностью не прячется, пока у нас не стянуто отверстие, это еще можно будет исправить. У меня все отлично. Видите, и место еще есть, и наполнитель. Вот с этой стороны игрушка смотрится очень аккуратно. Выворачиваем нашу с вами игрушку. И точно так же у меня тоже есть розовая ниточка, и сейчас я стяну отверстие уже за кадром на розовой стороне. Ну вот, наша с вами игрушечка уже практически готова. Осталось только вышить бровки и ротик. Итак, черной ниточкой. Здесь будьте внимательны, не пришейте вторую часть осьминожка. Итак, вводим иголочку где-нибудь в стороне. И выводим над глазиком. Розовая часть у меня будет с улыбочкой, а голубая будет злой. И на расстоянии 2 столбика делаем бровку. Сразу ниточку выводим в район глазика на 1 столбик дальше. Отсчитываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И сюда вкалываем иголочку. И выводим ее нижнюю часть назад. В это же место вкалываем иглу и выводим соседний столбик. В это же место вкалываем иголочку и вышиваем вторую бровку. Теперь иглу аккуратно выводим в то место, откуда у нас с вами ниточка ходила. И прежде чем мы с вами будем связывать кончики, все аккуратно расправляем и смотрим, чтобы не было пришита у нас вторая часть.
Теперь можно ниточку здесь обрезать. Хвостики между собой связываем. Нить я обрезаю покороче и прячем этот узелочек внутрь игрушки. Выворачиваем на другую сторону, на голубую. И вышиваем теперь злую мордашку. Также сбоку вводим иголочку и выводим над глазиком. Вставляем хвостик. Чуть-чуть я посередине глазика сделаю. Так. И теперь выводим на столбик дальше от глаза. То есть всего получается расстояние в сторону середины мордочки, да, вот этого расстояния на два столбика бровка. И выводим иголочку на ряд. На два ряда ниже. Вот этого места. Здесь, поскольку вязание немножечко уходит по спирали, смотрим, чтобы равномерное было распределение ротика. И вышиваем ему злую, недовольную улыбочку. В это же место вводим иголочку и выходим в соседний столбик. И теперь вторая часть бровки. Смотрим, чтобы все было ровно, симметрично и вам нравилось. И теперь, так же, как вступали с розовой деталью, выводим в то место, откуда начинали вышивать. Также перед тем, как нам с вами завязывать узелочек, все расправляем. Смотрите, насколько вам нравится. Дополнитель продвигаем в верхнюю часть игрушки. Чуть-чуть я здесь затянула. Теперь можно обрезать ниточку и также завязать узелочек. И все, наша с вами игрушка готова. И вот такие две замечательные игрушки-осьминожки у нас с вами получились. Я надеюсь, что такой видеоурок вам понравился. Вам здесь было все понятно. Если какие-то вопросы у вас остались, обязательно спрашивайте в комментариях. Также в комментариях пишите, какую игрушечку вы хотите видеть следующей. Может быть, это какая-то тоже трендовая игрушечка, которая популярна сейчас. И, возможно, я про нее не знаю. Обязательно почитаю все комментарии. И если мне что-то приглянется, обязательно сделаю это для мастер-класса и на видео для вас. Ну что ж, а на этом сегодня все. Всем спасибо и пока-пока. До новых встреч!